самые святые знаки зодиака. Они несут всем добро и радость. Кстати, друзья, для своих подписчиков я создал телеграм-канал. Там вы можете узнать свое будущее, советую вам подписаться. Третье место – Скорпион. Представители этого знака считаются сложными, но что касается доброты, тут все в полном порядке. Нарочитая грубость скорпионов, их резкость и в целом порой несносный характер компенсируются душевной тонкостью и настоящей отзывчивостью. Правда, злопамятность все равно при них, она никуда не делась. Второе место – Телец. Открытый и светлый знак, который сложно заподозрить в корысти, отсутствии доброты и душевности. Проблема тельцов как раз в том, что они слишком открыты, и это может приводить к печальным для них последствиям. Выходит, что их близким нужно быть начеку и следить за решениями и поступками тельца, чтобы он ненароком не отдал все деньги первому встречному. При этом представители этого знака отнюдь не наивны, но их большие сердца иногда мешают им здраво мыслить. И первое место. Они очень коммуникабельны, энергичны и легки на подъем. С радостью поддерживают самые смелые инициативы. Они проявляют доброту даже по отношению к тем, кто обошелся с ними несправедливо. Никогда не мстят и не считают нужным плести интриги даже против своих соперников, а наоборот предпочитают нести в мир свет и позитив. И это Водолей.